Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди! Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонду размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название, и название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю срок, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что этот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Дьявол, даже не переодеться. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Черт, они заперли дверь. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия для масс. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Прикончите его, подбив. Я жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца.
сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Покой, Альтаир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать.
Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается масон. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха, не иначе в одной из своих же корзин. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу, я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Предатель? Что он делает? Я не предатель! Это Аль-Муалим предал нас! Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа! Остановим его ложь! Это твоя последняя ошибка! Да отвяжись ты! Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте вид. Вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим предал нас. Ты увидишь. Скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Убирайся вон, пока я не позвал стражу! Не надо этого делать! Тёрк-то кто-то пострадает, как всегда. Это не дело. Для чего он дерётся? Он сам напрашивался. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам. Они сражаются за правое дело. Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас. Назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело.
Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их и посеешь семена мира, как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? 1. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо? Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Понимаю, у тебя много дел. И ты заплатишь за свои грехи. Понимаю, у тебя много дел. Аккуратнее обращайтесь с оружием. Часто у вас не будет и секунды. Сфокусируйтесь на цели. Не отвлекайтесь. Почему же он бежит, как угорелый? От кого бежит этот глупец?
Что за болван? Что делает этот глупец? Больше так не делай.